Встреча главы округа Муром Евгения Рычкова с жильцами дома 3 по улице Лаврентьева состоялась под проливным дождем. Время, когда разбушевалась непогода, главой для посещения этого двора было выбрано не случайно. Стихия позволила оценить масштаб бедствия. Обильные осадки превращают этот двор в пруд или в одну большую лужу. И, по словам жильцов, такую картину они наблюдают последние 3 года. Двор был отличный, вот ничего не скажу. Когда здесь стояла балка, потом ее убрали и все. Раньше мы здесь был, значит, это продуктовый магазин, там овощной. Они у нас во дворе никогда не ездили. Приедут, хлеб грузят, там продукты и кругом. Вот. А теперь здесь гружают, туда едут, вот эту фантазию, из фантазии сюда. И вот такое вот дело сделали. Вот мы живем в таком состоянии, видите? Очевидно, что именно машины, которые подвозят товары к магазинам, и разбили некогда благоустроенный двор. Сейчас мы поработаем с вашей помощью с магазинами, потому что их заслуга в разбитом дворе в основном. Но специалисты, осмотревшие двор Лаврентьева-3, назвали еще одну причину бедствия. Это проблема с водоотводом. При таком количестве воды еще не такая нагрузка от магазинов, и вода, дорога разбилась. Поэтому еще раз повторю, значит, что касается по водоотводу, сейчас посмотрим, как это... технически решить, да, отвезти воду. На месте Евгений Рычков дал поручение генеральному директору ООО «Дорожник» Александру Сухареву разработать проект по отведению воды с придомовой территории. А вопрос с асфальтированием двора будет решаться совместно с владельцами близлежащих магазинов. Ольга Килешна, Александр Симонов, Новости 24, Муром.